Я не понимаю, сколько это может продолжаться? Я тебя сколько раз просила? Я тебя просила, не пить, я тебя просила, да а что ты просишь, что? Сколько можно пить, сколько можно мне рассказывать? Да не надо мне выть, не бой, ну что ты мне рассказываешь? Да что значит не бой, ну как я не могу уже, ты понимаешь, я уже вот тут, Что от меня? Что от меня? Пойди лучше чай мне сделать. Ты охренел полностью? Какой чай? Можно сказать полностью. И круче. Слушай, дорогая, давай не будем. Господи, сколько можно? Я не знаю, я тебе сколько раз звонила. Неужели трудно взять трубку? Ты понимаешь, что будет экстренная ситуация? Или вообще, неужели? Я не понимаю. Я был с своими друзьями, мы отдыхали в сауне. Я тебе скажу честно, но я решал, как нам заработать денег на сегодня. Какие деньги? Я тебя их не вижу вообще, никогда никаких денег. Ты мне сколько когда последний раз пополнял счет? Завтра у меня будут деньги. Мне Олег сказал, что завтра даст мне деньги. Ты знаешь, сколько он тебе там уже обещает? Знаешь, сколько он тебе обещает? Что ты хочешь? Я не понял. Да нет, или поспать, или что? Ты пожрать не приготовила? Нет, я тебя вообще никогда не буду готовить. Стоп.